точность, дальнобойность, бесшумность. Эти три качества отличают новую разработку наших оружейников. Речь идет о компактной винтовке, которая изготовлена из алюминия. На что же она способна? Попасть в мишень с расстояния в 1 километр – задача вообще невероятно сложная. Это под силу только специальному оружию – дальнобойным винтовкам. В России подобного оружия долго не выпускали. Знаменитая СВД в эту категорию не попадает. Сейчас ситуация изменилась, и наши оружейники создали эффективные дальнобойные винтовки. Выполнены они по классической схеме, ее еще называют болтовой, с правым портом и креплением под оптический прицел. Это как раз модель гражданская, здесь пустая труба, здесь нет внутренностей и глушителя. Во всем остальном она абсолютно такая же, как служебная винтовка. То есть у нее все модели оборудованы складным прикладом. Приклад фиксируется. Вот это является также фиксатор вторым предохранителем. По большому счету, это даже не винтовка, а база, на которой можно строить различные модификации оружия. Это винтовка с дальностью до 1300 метров и эта винтовка до 800. Универсальная затворная группа позволяет в полевых условиях менять функционал оружия. Обе винтовки построены на одной платформе, отличаются лишь стволами. Это стандартная, а это диверсионная. Такой вариант может быть оснащен глушителем. Это не сильно влияет на дальность и точность стрельбы. По словам разработчиков, кучность у винтовки с характерным названием «Диверсант» всего пол угловой минуты. В переводе с технического языка это примерно 1,5 сантиметра на дальности в 100 метров. Стреляют из диверсанта патронами 308 калибра. Их разработчики винтовки снаряжают самостоятельно. Очень важно, чтобы пули в комплекте были одной массы и параметров. Погрешность не превышает 0,01 грамма. При таком подходе оружие будет успешно работать при решении самых разных задач. Это может быть как спортивная стрельба, так и охота, так и, соответственно, использование в спецоперациях. Кстати, с их стороны есть интерес. Отдельные экземпляры винтовок используются нашими спецслужбами. Чтобы высокоточные винтовки получили прописку и в российской армии, необходимо решить пару вопросов. Запустить производство боеприпасов по полному циклу и создать конкурентоспособный отечественный прицел. К счастью, работы в этом направлении в самом разгаре.